Если я хочу приготовить на ужин рыбу, но не хочу с ней долго возиться, я поступаю просто. Рыбу запекаю, причем с минимум ингредиентов. Здравствуйте, это программа «Полезного аппетита». Сегодня в меню у нас сибас, запеченный в духовке вместе с лимоном и с травами. Из расчета на одну порцию для запеченной рыбы сибас нам понадобится: одна рыба свежая или свежемороженая, где-то 300 граммов, один лимон, 3-4 веточки петрушки, оливковое масло 50 граммов, соль, специи. Ловись, рыбка большая и маленькая. Мы поймали небольшую рыбку сегодня в одном из магазинов города Барнаула. Вот такой вот у нас есть сибас. Сейчас мы его будем потрошить и очищать. Мы специально не стали покупать в магазине уже потрошенную рыбку, потому что так было бы слишком просто. Рыба, она любит внимание, с ней повозиться надо. Да, может быть, не очень красиво все это смотрится, зато сибас свежий. Мы тщательно убрали все внутренности, очистили от чешуи, промыли несколько раз под проточной водой. Обратите внимание, друзья, мы убрали наши жабры. Они ни к чему, они могут дать горьковатый привкус рыбе, поэтому избавились мы от них. Что мы делаем далее? Далее в ход идет у нас соль и перец. Солим рыбку по вкусу со всех сторон, перчим, закладывая внутрь дольки лимона и несколько веточек петрушки. Сбрызнем лимонным соком, заворачиваем в два слоя пищевой фольги, отправляем запекать на 25 минут. Температура 180 градусов. Время пришло. Вынимаем рыбку, осторожно перекладываем на блюдо. Оформляем лимоном и петрушкой. Ужин готов. Вот такая рыбка поймалась сегодня в нашей сети на ужин. Уверена, что на крючок попадутся и все ваши родные и близкие, кто попробует эту вкуснятину. А мы по-прежнему ждем ваших вкусных и полезных рецептов. Адрес все тот же, нашновости.тв. По традиции желаем вам полезного аппетита.